Всем привет, ребята, с вами Оля, а в этом видео будет прокачка инвентаря сразу двум подписчицам. Если что, я немного приболела, поэтому сорян за голос. Сейчас нам передает своих питомцев Настя, и мы пойдем ее прокачивать. Ее мечта, ее цель – это флайрайд, клубничный бет и райд хамелеон. Вот таких питомцев вы можете увидеть в первом трейде. И вот она нам еще добавляет таких питомцев. Последний трейдик. И вот у нас в итоге все, что есть, такие питомцы. Здесь есть самый такой крутой, это шоколадный райд Бет и флайрайд красная пандочка. Ну что ж, будем добиваться ее мечты. А также вот победитель предыдущего конкурса. Напиши мне в комментарии, и я передам тебе твой приз. Сегодня, ребята, я разыграю для вас флайрайд хот-дога. Хотите его выиграть и выполняйте условия? Подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий, нажмите на колокольчик и подпишитесь на меня в Роблоксе. Вот мой ник. Всем желаю удачи, ну а мы приступаем к прокачке. В общем, ребята, я уже зашла на сервер, и в первую очередь я решила менять 9 питомцев на любого райд. Вот мне кинули трейдик, надеюсь, сейчас дадут нам райд питомца. Мне будет легче просто начать так, то есть обменять сначала всю свою мелочь на райд, а потом уже будем добиваться ее мечты. Ее питомца там бет клубничный, вот. Нам тут предлагают райд пуделя, но я считаю, что я тут достаточно даю. Я еще решила добавить там собачку, мышку, ну, получается, это уже 11 питомцев. Ну что ж, попробуем согласиться. Надеюсь, она тоже будет согласна. А хотя, ну, она отменила. Короче, очень многие люди отменяли во втором трейде. И вот сейчас мне кинул человек с предложением райд обезьяна. Я ему дала таких питомцев. Здесь, как вы видите, есть ультра редкий новый питомец календаря зимнего. И еще такие добавки. Мне кажется, то, что вроде неплохо. Так, да, ребята, мы поменялись. И теперь у нас с вами есть еще и райд обезьянка. Вот так вот. В общем, далее мне кинули трейдик с лунным быком райд. Вот. Я даю тут таких питомцев. Здесь у меня нету ни одного ультра редкого. Так что, ну тут есть 4 редких. Все, ребята, мы обменялись, и теперь с вами у нас еще есть и райд Лунар Бык. Пока что мы смогли получить только 2 райд питомца. Это бык и райд обезьяна. Погнали дальше. Блин, я не знаю, что сейчас будет в этом трейде. Нам предлагают здесь райд Пугало Лошадь из Хэллоуин обновления. Когда еще был вампир-дракон. Но, ребята, я тут даю тоже классных питомцев. Я не знаю. Да, ребята, она согласилась. Не, ну классно. Классно. Уже 3 райд питомца у нас с вами есть. Неплохо, потому что сервер, как вы видите, такой неплохой. Тут и фросты, и мега-питомцы, и мега-черепахи. Вот. Обязательно написала большое спасибо. И теперь я пойду менять сервер. Короче, на предыдущем сервере мне один и тот же человек кидал рейд с одним и тем же предложением. И во втором трейде он просто отменял. Класс, вот. Так, сейчас вот такое у нас с вами предложение есть. И, ребята, мы поменялись. Мне кажется, это очень выигрышно для меня трейд. Не знаю, оцените вы в комментариях. Обязательно пишем спасибо. И давайте на него посмотрим. Нежить, лось, прикольно. Вот, в итоге все, что у нас пока что есть. Думаю, теперь можно будет пытаться затрейдиться на флайрайд Strawberry Bet. Я на сервере увидела девочку, которая сидела на бете, как раз таки, который мне нужен, и решила ей дать такое предложение. Почему я добавила не всех райд питомцев, хотя бы не 3? Потому что я видела, как на сервере девочки дали за обычного просто флайрайд шоколадного бета, ей дали клубничного, вот. И мне стало очень интересно, смогу ли я так обменяться. Да, у меня получилось, ребята. Ничего себе, очень классный трейд. За одного бета мне бы, конечно же, не дали клубничного, то той девочке, видимо, очень повезло. Вот, но мы добились его так. Теперь нам осталось затрейдиться на райд хамелеона, и у нас с вами есть еще 4 райд питомца. В общем, ребята, я увидела на сервере девочку, которая сидела на райд хамелеоне, и я решила попробовать кинуть ей трейд. Я ей буду давать 3 райд питомца. Вот вы можете увидеть, какие тут: обезьяна, лошадь и лось. Вот, ну она, ребята, думает, но я очень надеюсь, что она согласится, потому что я была еще на предыдущих серверах, и мне за это не давали. Мне за окном фейерверки, не обращайте внимания. Итак, мне, блин, мне очень интересно, согласится или нет. Ну я согласна. Да, согласилась! Юху, ребята, мы с вами добились еще одного питомца мечты. У меня получилось это сделать. Я очень много серверов поменяла. И я наконец-то нашла все, что мне нужно. Теперь мне надо будет ей передать.
этих питомцев. Я надеюсь, она будет очень рада. Вот. За мной подписчица бегает. Там. Вон. Две подписчицы. В общем, мне тут дарят подарочек. Большое спасибо тебе за райд грифончика золотого. Мне очень приятно. И теперь настал тот самый момент, когда я буду ей этих питомцев передавать. У меня еще остался райд-бык. Ребята, пожалуйста, пока я передаю Насте питомцев ее, можете, пожалуйста, поставить лайк. Потому что я для вас очень стараюсь, тем более я сняла для вас вашу любимую прокачку инвентаря, потому что очень многие просили. Я потратила на это немало времени, поэтому, пожалуйста, поддержите меня лайком и подпиской. Мне еще Настя подарила Флэр де Айса, такой подарочек, легендарочку. Большое тебе спасибо. И все, ребята, я ей передала ее питомцев. Она очень рада, ну а теперь мы переходим к следующей девочке. А вот, ребята, и она. Теперь мы будем ее прокачивать. Ее цель это райд, либо же флайрайд легендарка. Я как поняла, у нее немного поменялся инвентарь, но ничего страшного. Вот, ребята, ждем, пока она нам передаст своих питомцев. Здесь есть 3 яйца, 3 легендарки, райд питомец, райд джинджер и еще такие вот питомчики. Еще 2 яйца есть с обновления новогоднего. Еще нам передают питомцев. Тут 3 яйца и такие вот питомцы. Комонки и ункомонки. Она мне еще поставила только что очень много комонок, ункомонок. Но я решила их не брать. Взять только одного неонового котика. Мне так будет легче просто качаться. Все, ребята, она мне его передала. Пожелайте мне удачи, потому что именно сейчас я пойду ее прокачивать. У нас есть достаточно хороший сейчас инвентарь, поэтому будем пытаться добыть что-то хорошее. Ну что ж, погнали, ребята. В первую очередь я пошла обменивать мелких питомцев на любых райд. И мне тут мальчик Марк предлагает райд Окса за вот этих питомцев. Посмотрим, давайте, согласится он либо же нет. Я согласна, но он отменил. Кстати, мне потом еще раз 5 трейд кидал и во втором отменял. Мне только что кинули трейд, я его приняла и сейчас буду ставить питомцев. Интересно, что же мне дадут за 9 питомцев сейчас, потому что я трейдила именно 9 на любого райд. И он видел это, наверное. Кинул мне трейд. Вот. В общем, вот все, кого я поставила. И нам дают райд акулу. Ну, да, конечно, это еще не факт, что нам ее дадут. Я буду добавлять питомцев, естественно. Конечно же, не только 9 дам. Дам побольше обязательно. Вот. Наверное, даже еще добавлю. Вот все, что я дала. А хотя, давайте так, может, попробуем. Давайте я соглашусь. Посмотрим, посмотрим. Очень хочу, чтобы она согласилась во втором трейде. Или это он? Да, ребята, это он. Фух, так, ну ждем, ждем, ребята. Мне очень хочется, чтобы он согласился, потому что здесь я уйду в большой плюс. Мне будет легче идти дальше. Вот. Осталось 3 секунды. Я надеюсь, это не байт, и он не отменит. И я, конечно же, соглашаюсь. Я ускорю, потому что здесь он долго думает. И, ребята... Да, он согласился! У нас есть с вами райд легендарка акула. Обязательно, ребята, прямо сейчас оцените этот райд в комментариях. Мне кажется, тут очень большом плюсе. У нас теперь с вами есть такая акулочка. И мы сейчас будем пытаться в общем наш инвентарь затрейдить на что-то интересное. Поэтому погнали. Тут что-то было непонятно. Какой-то цирк, ребята. Он нам сначала поставил райд дракона красного, добавил много одежды и в конце добавил козерога. Потом решил его быстро убрать, чтобы меня так обмануть. Но нет, я так соглашаться не хочу. Так, мне кидают предложение. Ну, принимаем. О, райд тирекс. Ребята, не знаю, не знаю. Вроде мало. А хотя? Или немало? Но я без понятия, ребята. Он согласен, но я хочу добавки. Мне кажется, это мало, но она отменила. Понятно. Решила, значит, попробовать затрейдиться на призрачного дракона. Даю тут такие вот добавочки к своей райтакуле. Добавила 2 легендарки и добавляю еще яйца. Мне интересно, она согласится либо же нет. Я бы хотела так поменяться, потому что я тут была бы в плюсе. И... Так, ну, ждем. Ну, она отменила. Я уже сменила сервер, и, ребята... Так, лава-дракон. Я сейчас буду давать очень много. Даже, наверное... В общем, много, ребята. Отдам всех своих самых классных питомцев. Это 2 райд, акула, джинджер, 3 легендарки, яйцо. Еще добавляю яйца городские. Так, дальше добавляю таких самых нормальных питомцев, которые у меня остались. Еще давайте добавлю яиц из обновления новогоднего.
Так, я надеюсь, что она согласится. Как бы, ну, лава-дракон. Все замечательно будет. Ну, а давайте поставим Квоку. Это новый питомец. Его многие хотят сейчас. Там для Меги, для Нёнки. Так что посмотрим. Я соглашаюсь, конечно же. Конечно же, прям на все 100 я буду здесь согласна. Потому что я считаю то, что она тут немного переплачивает. Ну, подождем. Недолго думая, она все-таки согласилась в первом трейде, и я в надежде, что она согласится и во втором, потому что если мы добудем сейчас этого питомца, то можно уже сразу идти отдавать, потому что это круто, это крутой питомец, и он был за робуксы. Так, ну я согласна. Она согласилась, ребята, обалдеть, как классно, очень классный трейд. И у нас с вами есть лава-дракон. Ну что ж, ребята, вот такого питомца нам удалось только что добиться. Я считаю, то, что это очень хороший результат. Напишите в комментариях, как считаете вы. Ну а теперь можно уже идти и передавать данного питомца подписчице. Ура, ребята, наконец-то я с ней встретилась. Кидаем ей трейдик, и сейчас мы будем передавать оставшихся питомцев. Она меня поблагодарила, я ей поставила абсолютно всех питомцев, которые у нас остались, вот, ничего я не упустила, так что вы там не думайте. И сейчас я ей это уж точно передам. Ребята, я надеюсь, что вы все поставили лайки, подписались на мой канал, потому что, ну, я реально потратила на эту прокачку достаточно много времени, почти неделю. Потому что у меня уже закончились каникулы, и я хожу в школу. Ну а на этом мы заканчиваем, ребята. С вами была Оля. Всем пока, желаю всем удачи и ждите моих новых видосиков.